Как перевести iPhone 15 в режим DFU – Device Firmware Update? Вам понадобится кабель USB Type-C. Одну сторону кабеля подключаем к ноутбуку либо к компьютеру в разъем USB-C. У вас может быть с одной стороны USB, с другой стороны USB Type-C. Можете подключить в USB. Вторую сторону кабеля подключаем к телефону. Необходимо скачать iTunes. Вы можете скачать с браузера либо с магазина Windows. Microsoft Store. В поиск пишите iTunes. Открываем iTunes. Открыть. Здесь вы скачиваете и устанавливаете. На телефоне нажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно. Отпускаем эти кнопки и выключаем телефон. Удержим клавишу уменьшения громкости и кнопку питания вместе. Отпускаем кнопку питания. Кнопку уменьшения громкости продолжаем удерживать. Отпускаем кнопку уменьшения громкости. Экран телефона должен быть черным. Никакого изображения не должно быть на телефоне. Это значит, мы в режиме DFU. Смотрим на наш iTunes. Приложение iTunes обнаружило iPhone в режиме DFU. Необходимо восстановить этот iPhone перед использованием с iTunes. Окей. Режим DFU на iPhone. И теперь мы можем восстановить iPhone.